Думаете, какой десерт приготовить на романтический ужин? Я с радостью вам помогу. Желе из шампанского с фруктами и ягодами. Это ярко, вкусно и эффектно. Удивляйте любимых по поводу и без. Вы можете взять абсолютно любые фрукты и ягоды на свой вкус, даже консервированные. Времени на приготовление уйдет совсем немного. Только застывание желе заставит вас немного подождать. Но я считаю это большим плюсом, так как десерт можно приготовить заранее. Как приготовить желе из шампанского с фруктами и ягодами, читайте в пошаговом рецепте. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Фрукты и ягоды хорошо помойте. Емкости, которые вы планируете использовать для желе, я рекомендую застелить пищевой пленкой и оставить хвостики пленки снаружи. Тогда вам не придется нагревать желе и делать прочие манипуляции, чтобы его достать. Фрукты и ягоды очистите от косточек и произвольно нарежьте на кусочки. Виноград и другие мелкие ягоды можно оставить целыми. В шампанское высыпаем быстрорастворимый желатин и ставим на плиту. После того, как вы размешаете желатин с шампанским, пойдет реакция. Все поднимется пенной шапкой, поэтому емкость берите глубокую. Помешивайте на медленном огне, постепенно пена начнет опускаться. Немного нагрейте массу, желатин к этому моменту растворится, снимите с огня. Вот такая небольшая пенка останется к концу приготовления.